Новый детский сад на улице Запарина в Хабаровске планируют создать ко дню города. Сроки пришлось сдвинуть на полгода. По словам подрядчика, на это есть веские причины. Между тем, в здании уже идет установка оборудования и набран штат сотрудников. Подробности у нашего корреспондента Александра Лихачева. Детский сад на улице Запарина строится чуть больше года. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография». Их общая стоимость оценивается в 621 миллион рублей. Здание уже построено, идет сборка оборудования пищеблока. Следующий этап – комплектование помещений и групп мебелью. Мы находимся в группе. Группа готовая для того, чтобы здесь устанавливать кроватки, шкафчики. Да, мы на следующей неделе начнем. То есть со следующей недели мы начнем устанавливать, да. Детский сад рассчитан на 190 мест. В нем также предусмотрены две группы по 15 человек для самых маленьких воспитанников от полутора месяцев до двух лет. С инспекцией на объект приехали мэр Хабаровска и исполняющий обязанности главы регионального Минстроя Алексей Дубов. Один из вопросов подрядчику – когда завершится благоустройство. С наступлением зимы его приостановили. Но главное – точные сроки сдачи сада в эксплуатацию. Когда сможем закончить работы все там? Я думаю, конец июля. Это вот окончательно все должно быть. Нет, давайте мы не берем конец июля. Нет у нас конца июля. У нас заканчивается учебный год в мае месяце. Начинается формирование групп, поступление детей в детские сады. Изначально сдать детсад планировалось в конце 2023 года, но сроки пришлось сдвинуть из-за роста цен на строительные материалы и оборудование. В целом подорожание составило 80%. Подрядчик зашел на строительство объекта в конце 2022 года и построить всего за один календарный год объект 5000 квадратных метров, ну, практически, да, ну, это достаточно такие сжатые директивные сроки. Теперь подрядчику поставили условия. Учреждение должно быть готово к сдаче на День города 31 мая. Летом дети уже должны пойти в новый сад. Штат уже укомплектован. Александр Лихачев, Тимур Новоселов, телеканал «Губерния».